150 современных станков, производственные участки и учебные мастерские. Это открывшийся в августе производственно-учебный центр Уфимского моторостроительного производственного объединения. УМПО – крупный разработчик и производитель авиадвигателей. Добрый день, давайте немного остановимся. Здесь готовят многопрофильных специалистов для авиации. Рустам Миниханов осмотрел площадки совместно с главой Башкортостана Радием Хабировым и председателем Совета директоров «Вертолеты России» Анатолием Сердюковым. Реализуем сперва это виртуально, после чего берем программу, несем ее за станки и уже реализуем в металле. Как рассказали президенту, техника здесь самая передовая, в том числе станки с программным управлением производства местной компании. Упор в образовательной программе сделан на современные компетенции. 70% учебного времени занимает практика, развито и наставничество. 4 месяца они обучаются у нас в производственно-учебном центре. И 6 месяцев они обучаются вместе с наставниками на производстве, то есть в цеху. По завершению они имеют 4-й разряд и спокойно работают в цеху. На базе центра занимаются с 1 сентября. Первый набор – 331 студент, в основном из уфимских машиностроительного и авиационного колледжей, в том числе первокурсники. Это интересно попробовать, интересно узнать как бы свои силы и вообще просто интересная профессия. Я планирую здесь до конца доучиться. Научиться всему, что могут дать в этом цеху, и хорошо работать. Осмотрев центр, Рустам Миниханов отметил, Татарстан в последние годы тоже открывает ресурсные центры на базе техникумов и профтехучилищ. Но здесь вот этот центр, он создан при большом промышленном объединении. Много мы по миру ездим, смотрим, но это вот мировой уровень. Вот если что-то делать, надо делать вот так. И самое главное, у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и профессиональным уровнем. У нас есть вертолетный завод, авиационный завод КАМАЗ. И этот опыт подготовки кадров очень позитивный, добавил президент и сообщил, что у Татарстана есть план реализации такого проекта. Татарстан очень активно развивающийся регион, очень сильно обрабатывающий промышленность, машиностроение, сходные некоторые элементы структуры экономики. В то же время и в Татарстане есть потребность в том, что производится и у нас, а у нас есть потребность в том, что производится в Татарстане. Возле учебного центра Рустам Миниханов и Радий Хабиров посадили деревья в память о посещении. Далее отправились в город Кумертау. Президенту показали завод военных вертолетов. Предприятие было в нелегком положении, но сейчас есть программа развития и заказы. Здесь же Рустам Миниханов принял участие в заседании Совета директоров компании «Вертолеты России». После встретился с главой Башкортостана. Говорили о сотрудничестве республик. Радий Хабиров предложил рассмотреть возможность принять бизнес-миссию Башкортостана в Татарстане. Если будет возможность встретиться с руководителем предприятия Татарстана, мы бы вместе сверили часы, потому что каждый раз подчеркиваю, что абсолютно есть позитивная тенденция друг друга, абсолютно есть желание сотрудничать, взаимодействовать. Тем более наши предприятия и так это делают, многие уже переплетены. Мы с удовольствием готовы в любое время принять бизнес-миссию. Я обязательно сам приму участие, соберу руководитель предприятий. Вы сделаете первый шаг, мы потом приедем к вам. Как сегодня подчеркивали, интеграция промышленности – одна из важнейших задач для регионов, которые и территориально, и структурно, и исторически развиваются рядом. Лина Знатульна, Мираша Латыпова, Рузиль Имамов, Марат Сидгараев, ТНВ, Башкортостан. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.